Так, iPhone 11 Pro. Так, код 90 тысяч. 90 тысяч делим примерно на 20 дней, это 4500. Всем привет, меня зовут Ксения, сегодня я хочу вам рассказать, как за один месяц заработать на iPhone 11 Pro. Интересно? Тогда досматривай это видео до конца. Но перед началом хочу вам сказать, что уже в течение нескольких лет я зарабатываю на торговле бинарными опционами. У меня есть даже отдельный канал, посвященный данной тематике, где я рассказываю, как научиться, как дойти до своего первого миллиона и так далее. Переходите по ссылочке в описании и обучайтесь, смотрите, идите к новым вершинам. А сегодня мы будем с вами разговаривать о более простой теме фриланс как искусство заработка. Очень многие из вас слышали это слово, но не все понимают, что это такое, о чем идет речь. Давайте на таком максимально простом примере. У вас есть какой-то навык, например, вы умеете оформлять каналы YouTube. Вы выставляете свое портфолио на различные сайты по фрилансу и все, ежедневно просто собираете там десятки заказов, выполняете и получаете за это бабки. Причем сидите вы вообще в любой точке мира за своим компьютером и, грубо говоря, сами себе хозяева. В чем преимущество? В том, что 21 век — это, да, век высоких технологий, и зарабатывать в интернете намного проще, чем в офлайне. Но не всем хватает навыков, не всем хватает знаний, чтобы начать что-то свое, и фриланс как раз-таки создан для вот вашего старта. То есть, грубо говоря, да, вы на кого-то работаете, ну как работаете, вы просто сотрудничаете. У вас купили вашу услугу, например, по оформлению YouTube-канала, и вы катаетесь в шоколаде, зарабатываете в несколько раз больше, чем 80% россиян. Итак, давайте по порядку. Чтобы заниматься фрилансом, нужно выбрать одно из направлений. Давайте мы зайдем на один из моих любимых сайтов по фрилансу, называется он Quark. То есть здесь я обычно заказываю, если мне нужно какое-то оформление, мне нужно было сделать дизайн визиток и так далее. То есть здесь вот сейчас мы с вами пройдемся по различным направлениям, и я уверена, что каждый из вас найдет что-то свое. Давайте вот дизайн. Логотипы, фирменный стиль, визитки, брендирование и сувенирка. Сложно. Давайте, мне кажется, самое простое из раздела дизайн — это дизайн в соцсетях. Мы помним, да, о том, чтобы заработать на iPhone, нам нужно зарабатывать 4500 в день. Так, вот давайте переходим на первое попавшееся объявление. И здесь у нас есть несколько пакетов. То есть данный человек делает оформление группы ВКонтакте вот за 1000 рублей. Это обложка, аватарка и адаптация под мобильное устройство. Ну, по сути, та же самая обложка. Чтобы научиться этому навыку, как бы сильно заморачиваться не нужно. Буквально засели за компьютер и через 2 дня встали, вы умеете более-менее что-то делать. Дальше, если брать пакет покруче, там уже надо побольше иметь навыков. Ну, нет, давайте мы сразу лучше будем смотреть. Самый простой пакет — 1000 рублей. То есть, чтобы заработать 4500 в день. Кстати, почему я считаю именно 20 дней в месяц? Потому что вот если взять сегодняшний день отправной точкой, то я беру 10 дней на то, чтобы вы в этом разобрались. То есть, чтобы вы обрели какой-либо навык. И вот, представим, что все, 10 дней у вас вот эти прошли, что вы разместили портфолио, у вас поперли заказы. Вам нужно всего лишь 5 заказов в день делать, и то вы досрочно купите себе iPhone 11 Pro. Ничего в этом как бы сложного. Как правило, у вас там заказали самый простой пакет, но я такой человек, который самый крутой пакет всегда заказывает, то есть мне неинтересна вот эта простота. Фу. И у вас уйдет буквально пару часов на то, чтобы это сделать. То есть считаем, 2 часа в день на 5 выполненных заданий. 2 часа это слишком утрировано, то есть вот это, я такую работу могу сделать за 20 минут. Я беру 2 часа с учетом того, что вы новички. 2 часа мы умножаем на 5 заказов, это 10 часов в день. Ну согласитесь, 10 часов в день в течение 20 дней стоит поработать, чтобы купить себе новенькую модель iPhone. Это очень круто, хорошая мотивация. Так, дальше смотрим, что у нас. Разработка эти, но это слишком, по моему мнению, сложно, хотя здесь есть достаточно интересные. Так, вот, новый сайт, то есть открываете какой-нибудь бесплатный сайт, там, Wix, где вы можете сделать сайт, и тут реально такое есть. Это сложно, не будем с этим заморачиваться. Тексты, комментарии, сценарии и так далее. Но самое простое — это, опять же, статьи. Так, SEO и трафик — это уже к рекламе, это тоже достаточно сложная тема, и она достаточно интересна, но в это прям нужно окунуться с головой. Соцсети и реклама. О, вот это просто пушка. 40 уникальных комментариев в 1-2 предложениях. То есть человек продает 40 комментариев за 500 рублей. От 500. Давайте посмотрим. Он сам просто, видимо, это какой-то школьник или кто, просто сам пишет эти комментарии. Кстати, забыла такую интересную штуку вам сказать. Где у нас там были... Что мы с вами смотрели? Дизайн в соцсетях. У человека выполнено 2000 заказов. То есть минимум 2 миллиона он заработал на том, что просто оформлял группу ВКонтакте, сообщество ВКонтакте. Все видите сами. Аудио-видео реклама. То есть если вы как-то дружите с монтажом. Я один раз заказывала здесь монтаж, я заплатила что-то 2000 рублей, и мне такую дичь смонтировали, мне просто склеили кусочки. Бывает. То есть тоже научиться такому монтажу, который здесь за вот эти деньги предлагается, это достаточно легко. Давайте посмотрим. Бизнес и жизнь. Презентация.
Презентация на любую тему. 500 рублей. Нужно для заказа текстовое наполнение презентации. Для каждого слайда укажите информацию, которую необходимо на нем разместить. То есть сечете, да? Вам нужно составить весь текст, а человек, вот я вам предлагаю эту услугу. Просто я скопирую ваш текст на презентацию и получу за это бабки. На такую презентацию идет 10 минут времени. Такая презентация, посмотрите, объем услуги в Кворке, один слайд. То есть один слайд стоит 500 рублей. Я что-то думаю, что это слишком завышенный ценник, но раз он здесь есть, значит есть спрос. Все, ок, спасибо. Вот, все, реально люди заказывают такую презентацию. То есть, по сути, вот возьмем обычную презентацию из 10 слайдов, это 5000 рублей. За один день вы сделали эту презентацию из 10 слайдов, плюс там что там, 2000 стоит, чтобы вам текст написали. Подбор изображений, посмотрите, сколько это стоит. Одна хорошая презентация в день, на которую у вас уйдет, опять же, 2 часа времени, это 5000 рублей. Опять же, вы успеете заработать на iPhone. Вообще, я вам просто оставлю ссылочку на Кворк, посмотрите, создайте себе. Тут очень куча всего интересного. Тут даже вот я, как покупатель, могу выложить свое задание, люди сами находят и выполняют. Вот. Таких сайтов очень много. Давайте вот по порядку, что мы делаем. После того, как мы выбрали с вами направление, то есть вы можете выбрать все, что вам по душе. То есть этот мир настолько свободный, так скажем, настолько открытый, что вот, откройте, сколько у нас идет направлений. От самых легких до самых сложных. Вы можете выбрать, что вам нравится. Потратить где-то 4-5 дней на изучение, ну, если вы прям погрузитесь с головой, если вы прям засядете за комп, вы изучите там контент-маркетинг, сбор данных и так далее. То есть вы выбираете для себя одно направление, одно маленькое узкое направление. 4-5 дней тратите на изучение этого направления, и дальше 4-5 дней тратите на оформление портфолио. После того, как вы оформили портфолио, вы тратите один день на то, чтобы разместить это на различных сайтах фриланса. Наиболее, на мой взгляд, интересные сайты по фрилансу я оставлю в описании. Приходите, посмотрите, поизучайте. Оставляйте портфолио и просто начинайте ежедневно собирать заказы. Да, первое время вам будет достаточно тяжело работать, потому что это непривычно новая какая-то сфера для вас. Но я уверена, что по этой схеме вы 100% за месяц сможете заработать вот эти как раз-таки 90 тысяч рублей себе на iPhone. Не вкладывая ничего. Потому что все вот эти направления, которые вам надо изучить, они, в принципе, достаточно широко распространенный, то есть все это вы можете изучить в интернете и с теми ресурсами, которые сейчас есть на ютубе, различные сайты, вам будет сделать это очень легко. Если вы совсем прям не имеете никаких навыков, вам ничего не интересно и просто вы хотите работать в интернете, зайдите на сайт Яндекс.Толока. Мне кажется, с теми заданиями, которые там, справится даже 5-летний ребенок. Единственный минус, что там соответствующая оплата. То есть да, вы там что-то делаете, но получаете сущие копейки. Вот, я же все же склоняюсь к тому варианту, что выберите любое понравившееся направление, усердно поработайте, изучите все, и будет счастье. Реально. Веб-дизайн, упаковка инстаграм-аккаунтов. Каждое вот это узкое направление занимает немного времени по изучению, чтобы получить эти знания. Но зато представляете, какой будет результат. Представляете, как вы с помощью работы просто вот с любой точки мира, вы поехали на Бали, сидите на пляже, работаете с компа, и у вас нет вот этого нудного начальника. Если вам кто-то из заказчиков не понравился, это, конечно, не совсем по этике, но вы можете его прям послать. Ну да, пошел я нахер. И скажу, конечно же, такую вещь. У меня есть навыки и по дизайну, и по монтажу, и по аудио-видеосъемке. И все вот эти навыки, которые у меня есть, именно на изучение базы у меня ушло несколько дней. То есть да, сейчас я очень редко этим занимаюсь, потому что у меня есть более приоритетные задачи. Но, тем не менее, на своем опыте я просто знаю, что если есть желание, если вы усердно подойдете к данному вопросу, будет вам счастье. На этом видео подошло к концу. Напишите в комментариях, понравилось оно вам или нет. Напишите, что для вас еще снять. Всем хорошего настроения, всем огромных заработков. Всем пока!